Богомол нападает на змею и даже начинает поедать ее. Кажется, что победа уже за ним, но змея все еще жива. Несмотря на травму, она из последних сил оборачивается вокруг Богомола и побеждает его. Дадим насекомому шанс реабилитироваться. Здесь мы вновь видим небольшую змею, только этот Богомол подготовлен куда лучше. Он не спешит и не стремится слопать змею сразу. Сначала он наносит ей несколько ударов, а вцепляется в рептилию только в наилучший момент. Та пытается сопротивляться, но острые шипы и зубы Богомола уже проткнули ее. Богомолу удалось прикончить змею и вдоволь насладиться ей.